друзья, первый день Нового года, 1 января. У нас 26 градусов жары, тепла, очень прекрасная погода. И мы вышли погулять в парк. Лесопарк у нас здесь есть, называется. Всегда, всегда нетронутый, всегда дикий. Forever Wild. Какой-то предприниматель закупил много-много земли. Парк находится практически в центре города. И вот по нему это лес. И вот по нему наметили разные тропы. И здесь вот ходят пешеходы, ездят велосипедисты. Ну вот тропы вот такие они. И мы остаемся навсегда дикими. Поздравляю вас с Новым годом наступившим. Желаю нового счастья, желаю успешного года всем вам. Делайте, творите, двигайтесь в движении жизни. Желаю вам здоровья, много-много здоровья и всего-всего самого лучшего, что вы сами хотите себе пожелать. У меня вот диснеевский рюкзачок. Вот такой некий. Вот вам зима в Алабаме. Здесь такой водоем. Болотистая местность. По всей видимости, эта территория была не использована из-за болот. Кто-то вот взял свои руки и вот такое преобразовал. Такую красоту. Парк бесплатный. То есть он принадлежит городу. Насколько я понимаю. Вот здесь такой мостик. А тут люди живут. Домик такой. Оса. Осы не люблю. Там вот кто-то сделал шалашик такой. So we teach scouts to do a tent like that. It's minimal impact and it's cheap. Говорит, что скауты делают такие шалаши, то есть их учат, как вот в минимальных условиях можно из брезента сделать такой шалаш. Из брезента и можно из веточек. А мост здесь, потому что вот болото внизу. Белка. Чешется. Снежный человек. Закончили нашу прогулку. Вот здесь вот как парк начинается. Такая площадка, парковка. Здесь люди паркуются, а потом идут вот туда. А вам желаю всего самого лучшего, приятного дня, хорошего Нового года. Пока-пока.